Мы не берем деньги. Нам для счастья нужно 108 миллионов рублей. Это страшнее, чем бизнес-проект. Культурный код неприкосновенен. Воспитывают быдло и плебеев. Система «Голос» очень, это страшная вещь. Бессовестные люди, вот Меладзе, например, он сделал его неудачником. Большим пальцем. Ой. Бедные попы в юбочках. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Да, да, да. Нет. Не, не, блестящий текст. Есть ли врач? Зачем? Раз и после этого можно говорить о каком-то кино.